культуры разрешается проводить в конце декабря. Семена высыпают на поверхность сырого грунта, прикрывают сверху тонким слоем песка и убирают в холодильник. Также можно стратифицировать лаванду на влажной ткани или ватном диске. В таком случае посадку семян в субстрат проводят уже ближе к весне на глубину до 3 мм. Выдерживать рассаду цветов лаванды в холоде нужно не менее 45 дней. Ну а простой и неприхотливый карпатский колокольчик требует очень ранней посадки в декабре или начале января. Грунт цветам нужен рыхлый, нейтральный или слабощелочной по составу. Семена культуры раскладывают по его поверхности и сразу прикрывают пленкой. Вдавливать зерна или присыпать их песком не требуется. До конца февраля рассаду необходимо убрать в холодильник. Весной емкость извлекают и переставляют в теплое место с температурой около 23 градусов Цельсия. Чтобы колокольчик весной прорастал быстрее, семена перед посадкой рекомендуется замочить в цирконе. Солнцелюбивую и засухоустойчивую гайлардию можно сажать на рассаду уже в декабре. В таком случае культура быстро даст бутоны после переноса в грунт весной. Субстрат гайлардии нужен воздухопроницаемый и хорошо дренированный, с добавлением большого количества песка. Зерна культуры слегка вдавливают в почву, но не присыпают землей сверху. Посадку гайлардии проводят как в общую емкость, так и в отдельные кассеты. В последнем случае растения не придется пикировать при появлении всходов. Переносить гайлардию из рассады в открытый грунт можно в мае. Виола или фиалка предпочитает рыхлые и хорошо увлажненные плодородные почвы. Посадку цветов в декабре на рассаду проводят для получения крепких растений к середине весны. Мелкие зерна высыпают в общую емкость на плодородный грунт, прикрывают сверху тонким слоем песка и хорошо увлажняют. После этого рассаду под пленкой убирают в теплое место с рассеянным освещением. При посадке семенами виола впервые приносит цветы только на второй год. При желании виолу можно выращивать в качестве комнатного цветка без переноса в открытый грунт. Для ранней посадки на рассаду в декабре хорошо подходит дельфиниум. Слушай, ты там дырку сейчас этот самый протрешь, так сказать. В начале зимы семена культуры высыпают на поверхность. Да, да, Радичка, моя лапочка, да, да, уже устал, наверное. Тебе Цезарь лечит ушко. Спустя две недели дельфиниум должен дать Цезарь масика вылечит. После образования двух или трех листьев культуру пикируют в отдельные емкости и выращивают на теплом подоконнике вплоть до начала мая. Перед переносом в открытый грунт рассаду цветов подвергают закаливанию. Дельфиниум в саду Цезарь, ты не устал? И повторно приносит цветы. Цезарь. Лобелия ринус. Не устал? Красивые растения с сиреневыми, белыми и продолжай. Просто видео декабря. Будет длинным, Цезарь. Культуры мелкие, поэтому их перемешивают с песком. Ладно, я сама выключу. По поверхности почвы в емкости. Рассаду нужно качественно увлажнить из пульверизатора и убрать в теплое место под пленкой. Прям нежность, сама нежность. Появится спустя 15-17 дней. Лобелия дает цветы через 3 месяца после посадки и при посеве ну, в декабре все. Может распуститься ранней весной. Если все? Посеять на рассаду в декабре цветы и хиноцеи, то увидеть бутоны удастся уже. А расстаться не можешь, да? Надо обниматься. Все-таки упал. Все-таки упал. Но без тонкого